С 1 мая этого года у «Газпрома» есть юридические право расторгнуть данный договор. Просто потому, что до конца апреля, да, до 1 мая не было подписано решение по долгам, по, значит, урегулированию долгов правого берега. Да. Значит, по протоколу, который был подписан в октябре прошлого года. Не только, и по дополнению номер 19, пункт 10, там написано четко и ясно. Да, на которое сослались дополнение номер 19 в контракте. Договоренность была такая, что молдавская сторона проводит аудит. На основании этого аудита мы, значит, договоримся с «Газпромом» об урегулировании этих долгов. Значит, эта работа завершена не была, поэтому с 1 мая, в принципе, «Газпром» юридически имеет право расторгнуть этот договор. И почему, опять же, я возвращаюсь к этой мысли, почему я считаю, что весь вопрос вертится вокруг Приднестровья? Потому что если бы «Газпром» действительно не хотел, как у меня тоже была одна из рабочих гипотез, что «Газпром» будет форсировать события не для того, чтобы расторгнуть контракт, а для того, чтобы перезаключить его на других условиях, чтобы формула была все-таки ближе к споту, чтобы надавить на власти в Молдове, чтобы они приняли другую форму. Это тоже не исключенный вариант, но все-таки что те действия, которые я вижу сейчас, они к чему, о чем говорят? Они говорят о том, что «Газпром» не хочет расторгать этот договор. Не хочет. Потому что если бы он хотел, право юридически есть. И вот здесь следующий вопрос, почему он не хочет? А вот почему он не хочет, для меня очевидно, потому что основная роль «Газпрома» по задумке Кремля является, я уверен, что «Газпром» бы давным-давно бы расторг бы тот договор и нашел бы какие-то другие решения. Забыл бы думать про него, как страшный сон. Но в Кремле ему не позволяют и говорят: нет, дорогой, ты тут вертись как хочешь, но Приднестровье газ подай. И вот в этом сложность. В этом, с одной стороны, уязвимость «Газпрома», с другой стороны, уязвимость и наша. Потому что, если, не дай бог, туда прекратится подача газа, то на правом берегу тоже будет не сильно сладко. Эти люди не перепрыгнут через Украину, чтобы убежать в Россию. Эти люди, если начнется гуманитарная катастрофа, прибегут сюда.